22 октября. Где-то 4 часа вечера уже. Вот прогулка по пляжу. Вон там Лена внизу с Алисой. А вон они там сидят. Любуются на море. Тут вон есть прокат. Можно кататься на мотоциклах, на бананах и на прочем. Но они уже, наверное, будут скоро сворачиваться, потому что тут все работают вообще до 4, до 5, а потом с 6 все открываются. То есть вот так вот. Это Сан Пал Бич, центральная улица. Вот она там. Вот там Volkswagen стоит, Т1, самый первый, надо заснять Porsche. Тут сегодня была целая тусовка с этими машинами, неплохо так, да? О, какой красавец стоит, с правым рулем, между прочим. Машин никто не закрывает. Не знаю почему. Наверное, воруют много. Шутка. Вот центральная улица. Как мы тут сравнивали, это по типу Йомас. В Юрмале. Там много ресторанчиков, мы уже там были, там хорошие пиццы готовят, хорошее мясо, стейк готовят там. То есть там действительно хорошие, их тут много. А здесь местные внизу тусуются. У них тут типа гаражей, прям гараж такой вот. Море, вот они с голубыми воротами. Это какие гаражи? С голубыми воротами, это их не гаражи. Некоторые оборудованные я смотрел уже для проживания, так конкретно, причем там кухни стоят, туалеты, а в некоторых стоят лодки просто. Так что, красота. Фонтан тут бьет. И все есть вообще. Вот, Лена там уже. Машет, вот пришли негры. Привет неграм. Привет неграм. Ну, ты громко не говори это слово, а то нас тут могут побить. Половина мальтийцев черные. Ну что? Ну все, мы все автомобилисты опять. По дешману. Вот, пришли автомобилисты по дешману. Надо было сразу туда топать. Надо было. Блин, за эти деньги уже бы катались бы, вообще бы даже не парились бы. На 3 недели надо бы сняли. Надо было на один день снять там, чтобы с аэропорта до сюда доехать. Я же тебе говорил сразу, что нафиг, машину надо у местных смотреть, снимать, все спрашивать. Это мы делимся впечатлениями от местных хороводов. Короче, мы в Лыдл поедем сейчас. Вам надо что-то взять? Баллы там. А мы вчера там были, уже набрались, я думаю. Смотрите, если надо, то... Мы собираемся туда поехать. Да. Вон мы сидим внизу, вон, видишь? Да, мы уже пообщались. Да? А мы тут по вечерам приходим. А там вон авария была наверху. А, ты видел машины эти, мини-куперы? Видел, да. Вечером вообще классно. Ну, в общем, до следующего видео.